Андрей Булгаков посетил предприятие «Пластика окон». Для главы муниципалитета провели экскурсию по производству на территории Фрязино. Начинала свою деятельность компания в Щелкове. За 20 лет ее производственные площади расширились до 20 тысяч квадратных метров. Сегодня предприятие входит в топ-3 Московской области по производству конструкций из ПВХ и алюминия и насчитывает более 3000 партнеров по всей стране. В 2019 году был создан параллельный второй проект «Мелки» – первая и единственная российская компания, производящая оконные профили ПВХ по технологии коэкструзии. В ее основе использование вторично переработанного пластика. Благодаря этому за год компания переработала более 3000 тонн ПВХ. Специальные технологии делают окна прочными и долговечными, и, что немаловажно, доступными. Предприятие постоянно расширяется, строятся производственные и административные помещения, создаются новые рабочие места для жителей Фрязино, Щелково и соседних городов. С руководством компании глава обсудил дальнейшее сотрудничество предприятия Щелково, в том числе продление аренды земельных участков на территории нашего городского округа. Совместная работа, перспективная во всех направлениях, продолжится.